Так. Овечкина здесь и быть не может на самом деле. Здесь Лайка, здесь Джефф Хелперн. Защитниками, наверное, чуть попозже. Пас направо, пас на гол! Райан Мэлоун! Но не уверен я, честно говоря, что от ноги 12 номера шайба попала в ворота. Тут повтор нужно смотреть. Возможно, рикошет был и от защитника. Но последним, кто бросал, да, то последним коснулся шайба у Тампы, это Стивен Стэмкос. И это, если я ничего не путаю, 49-й гол Стивена Стэмкоса. Так, вот здесь сейчас будем разбираться. Ну, близко гениальной диагональной передачи. Нет, Мэлоун все-таки забил. И вот то, чем отличается Стэмкос, ну, от самого себя хотя бы еще годичной давности. Ну, ногой забил Райан Мэлоун. Сыграл тут немножко в футбол. До какой степени это может повлиять на решение арбитров? Тут нужен еще повтор, и может быть даже не один, потому как... ставил ногу, играл ногой, проще говоря, Мэлоун, или шайба нашла ногу. Даже повторы были, планы для повторов были выбраны слишком общие. Тут не разобрать движение ногой. Ну, подъехал, естественно, к судейскому столику Стефан Ажье. А вот повторов у нас почему-то количество не прибавляется. Показывают кого угодно. Мэлоуна, Буше, теперь уже и Вопуна. Так, вот. Вот, внимательно смотрим. Камера сфокусирована на Мэлоуне. Да нет, по-моему, там ни малейшего движения. Он как закрепил левый голеностоп, как приклеил конек к льду. Так, собственно, и до самого гола местоположение левой ноги не менял.